завтра сегодня было, работал сегодня, вчера был. Da var onunla. Burak. He. Bizim içimiz de donlandı. Baba kurar. Dur böyle. Davay. Ha ayşe işte. Dayan burada. O bagajını misin? Bagajını su diye de burada var. Avqustun 16-sında Kiyev Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşı, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Misir Qasımlı və onunla birlikdə ittiham olunan Sübhan Quliyevin işi üzrə vəkillərin verdiyi vəsadət əsasında məhkəmə prosesi keçirilib. Bu dəfə də proses növbəti həftəyə təxirə salınıb. Proses zamanı Misir Qasımlı ilə dövlət ittihamçısı arasında kiçik mübahisə də yaşanıb. Məhkəmə önündə hazırda Ukraynada işğalçı ruslara qarşı döyüşən azərbaycanlılar, diaspora nümayəndələri və fəal vətəndaşlar toplaşıblar. Судового засідання і копію диску запису, які робили запит в СІЗО, для того, щоб СІЗО дало відповідь на питання, чи у нас, чи відбулося засідання, чи був технічний. Лаварец, этот человек это озвучил, и в СІЗО неоднократно приходил, говорил, что за Ереван у тебя и за то, что воевал на Горном Карабахе, посидишь 15 лет, поумнеешь. Это было при Гулиеве Субхане, при мне, и ни разу никаких документов не давал переводить через переводчика и не ознакомливал с материалом делом, с том, что я уточнял у судьи Тиханского в Обуховском суде, и уважаемый суд Тиханский принял это во внимание и сделал им замечание за это. И мистер, будь тебе баба, будь тебе баба. Начальник сказал. Cəm tərəfi, cəm tərəfi. Hər şey yaxşı ola bilər. Затягивание процесса, взяли прокурора. Мессир рассказал свою позицию, что этот прокурор делал фальсификацию по материалам, у него было недоверие и просил его отвести. Опять же, меня на тот момент не было, когда было следствие, но с материалов дела я знаю, что это был потенциальный руководитель в этом году. То есть человек, который подписывал документы, который начинал это все дело. Как думаешь, дальнейшее как будет происходить? Ждем следующее заседание, надеюсь, это будет последнее, наконец-то придут все материалы, будет независимый прокурор, независимый суд примет законное решение. Только надо. Дай Бог. Дякую.